Ты где? О! Идем купаться. Надо. Я, наверное, первое это размещу видео. Прикольно. Аккуратнее. Сейчас раз такая канализация в нос. Да лишь бы не змея. Снейк? Снейкс? Анаконда. Ты сможешь поплавать в этой куртке? Поплавать? Угу. Попробуем, поплавать. Кучка, кучка, кучка. Я вовсе не медведь. И как приятно тучке под водою петь. Я надуваюсь. Я надуваюсь. О! Плывем. Я не тону. Life jacket. Сюда, сюда, сюда. Тебя не видно там. Против света. Сейчас вернусь. Ой, камни тут, Ленка. Да, я уже попала. Не ходи. Сюда, давай. Где меня видно? Ну, вот сюда там? Видно где-то, да? Ой, так и спать можно. На боку. Укройте меня. Одеялка не взяла? Я как в мертвом море. Good night. Good night. Камни, видимо, везде, да? Слушай, прикольно в нем. Не тонешь, да? Ну, как ты видишь, я вон на боку даже лежала. Вот сюда вот, слышишь. Я туда не могу дойти. О! Так видно. Сможешь с капюшоном нырнуть? Нырнуть? Потяни его. Это. Ну, понимаю. Выйди, выйди, посмотрим. Да, да, да. Нырнуть с капюшоном. О, ну оно, смотри, вообще прям. Ну, чтобы капюшон тоже намок. Или можешь на спине вот так. Прям в капюшоне можешь. Слушай, его прям вообще не видно, что. Оно вообще промокло. Оно, мне кажется, вообще не промокло. Промокло. Промокло? Да? Оно вообще прям не видно. Это спасательный жилет. Слушай, вообще прям. Оно я надуло. Не тону. Надулось, смотри. Смотри. Ну, я тебе говорю. Я ну... не могу утонуть. Слушай, так оно какое-то прям плавучее. Это что за... Реально прям на матрасе, да? Так. Ногу на ногу. Задача номер... Номер один – утопить пальто. Как пальто? Jacket. Jacket, no coat. Swim. No swim. Coat. It's life coat for swimming. I can't. It's look like I'm on the Dead Sea. Nice, nice coat. Next time, when I go to some island, I will take it with me. Ты тортилом. Тортила вообще. Вообще оно не мокрое прям. Вообще, ты прикинь, ты встаешь. Ну-ка, вот так выливается. Ну-ка, выйди вот так. Я это Василиса прекрасная. Да-да-да-да. Смахнет. Слушай, точно сделаю этот скрин. Давай сейчас. Смахнет одной рукой. Друг. Ее, бляди. Не натекла вода. Сейчас зачерпну. Сейчас, надо набрать. Ну, надо, видимо, внутри посидеть, чтобы он...
Вообще, это что за пальто, Лена? Я не врубаюсь. Обычно в одежде люди идут на дно. Да. Очень странно. Usually the people wearing clothes, they go underwater. But I have some magic coat. Magic. Yeah. Ты баржа. Капец, слушай. Это если на корабле, надо его с собой брать. Вдруг кораблекрушение. Ой, говоришь. И никакого спасательного жилета не надо. Ну-ка, давай выходим. Сейчас посмотрим. Наберу. Да, ты набираешь. Просто темновато оттуда. Лучше это, к берегу сюда. Обалдеть, это что за пальтишко такое? Где ты его взяла такой? Где ты его взяла? Подарили. Зять подарил. Ну, да. It's my son-in-law give me present. Now I understand why. He loves me so much. He took care of my life. Вообще, точно в нем выживешь. Вообще. Только она с него не течет нифига. Ну-ка, выходи давай. Оно вообще прям, смотри, что. Даже не стекает с ним. Что происходит? Ну там нет. Чуть-чуть, ну. Ну так его, видимо, чтобы намочить, его, видимо, очень долго надо. О, у меня в карманах, I have water in pocket. Ага. Там, видимо, другой материал. О. Я имею в виду, что вода в кармане держится прям вон. Ну, видимо, материал не пропускающий воду. Обычно по-нормальному же промокает, а у меня прям вода в карманах. Лужа. Ну все, вылазь здесь, проходим. 7. Сзади какое-то пятно только у тебя там. Промокшее. Очень круто получилось. И джинсы очень красиво смотрятся. Синенькие такие прям. Ведь мальчиков и девочек я очень люблю. О, сколько ракушечек. Ну-ка. А, у тебя там ничего нет. Сейчас там ничего нет. Подожди, надо чуть-чуть еще. Ага. Повыжимай пальто, может. Тихо, ты сейчас куда-нибудь унесет тебе твой пропеллер. Вообще нету, да? Ну, кропа, Лен, ты понимаешь? Ну, вообще, джин, да, конечно. С джинс, с одной рубашки больше воды вытекает, конечно, с конечно. Этого пальто. Шикарная штука. И надо будет еще его скупать. Надо будет вот это видео... С сапогами надо. Это дочери послать, Ромке, зятю, это же он мне подарил. Ну, это какая-то прям Колумбия какая-то прям крутая это. Ну, все. Пока, bye-bye, see you next time.